When it's hot out, it keeps me cool. Get in the water and have some fun. There's lots of room for everyone. Всем огромнейший привет, с вами снова Сандра Виталини. И в этом видео расскажу о моих покупках и о призе, которым я выиграла на канале у девочки, которую зовут Маша Смайл. Да, и кому, собственно, интересно посмотреть такое видео, то оставайтесь со мной и, как всегда, поехали. Начну, наверное, рассказывать с подарка. На канале одной замечательной девочки Маша Смайл я выиграла в конкурсе вот такие духи. Эти духи называются Siam Tini. Да. И они безумно вкусно пахнут, и как можете заметить, тут присутствует розовый и прозрачный цвет. А точнее, розовые и прозрачные духи. Как многие, наверное, знают, я люблю с духами всегда делать вот так. Короче, я думаю, что вы поняли. Что бы я ни делала с этими духами, тут все равно будет розовый и прозрачный цвет. Я повторюсь, что они... безумно приятно пахнут, и спасибо огромное Машуне за такой приятный подарок. Я себе купила салфетки для снятия лака. Что интересно, вы таких вообще слышали? Если честно, я раньше вообще не слышала о таких салфетках, но решила купить, попробовать. И это реально первое средство, которое снимает лак, который не воняет каким-то ацетоном, а пахнет приятно, очень приятно даже. Яблочком это как типа ватные тампончики, но они очень... тоненькие, можно так сказать, не как ванфетные тампончики. Тут нарисовано яблочко, то есть должно пахнуть яблочком. И тут присутствует 38 штук. Но, к сожалению, они смывают не на отлично. Если я уже начала говорить про лаки, то давайте перейдем к ним. Я себе купила лак от Kiss в 1-м оттенке. Лак от Optim Fashion Color в 2-м оттенке. Лак от Ноготок в 26-м оттенке. ML Professional в 59-м оттенке. У нас еще два лака. Это Hello Kitty в 2-м оттенке. Наконец, последний это La Mer Color Shine в 56-м оттенке. Вы, наверное, скажете, ты лаками закупилась, как сумасшедшая. Я с вами абсолютно согласна. Теперь кратко расскажу мнение о них. Хороший светло-фиолетовый, очень красивый лак. Цвет мне казалось, что красивый. На самом деле, лак отстой, плохо наносится. И вообще цвет не передается, смотрится каким-то белым, вообще ужас. Хотя ты в бутыльке кажешься намного красивее. Самый стандартный белый лак, что можно сказать о белом лаке, вот, к примеру. Сам просто белый лак. Этот лак вам на камеру кажется опять же белым, на самом деле он не белый, это белые блесточки. Не знаю, как вам это показать. Вам не видно все равно, как бы я ни и что не делала. Короче, это блесточки от La Mer, и они мне не очень понравились. Такой милый, няшный Hello Kitty, очень хорошо наносится и классный лак. La Mer Color Shine ни разу не наносила, только купила, но мне понравился. Также, как всегда, я закупилась бальзамами для губ. Как сказать, закупилась? Всего лишь два. Первый вот такой бочоночек Tender Care от Oriflame. Блин, он очень клёвый, приятно пахнет ванилью, вот такой вот беленький. Это даже не бальзам для губ, это смягчающее средство. Ну, опять же, оно и для губ идет, для чего хотите. И очень хороший бальзам, смягчающее средство, оно мне понравилось. Второй бальзамчик, опять же, от Oriflame. Только он называется Lip Spa. Spa Therapy. Он должен быть вот такого слегка нюдового оттеночка. Я его, ну, купила где-то недельки, две или неделю назад, вот. Использовала уже половину. И вот тут так мало, тут всего лишь 6 грамм. Все девочки на ютубе хвалили этот бальзам, говорили, что он суперовски увлажняет, как-то лечит, что ли, даже губы. На самом деле он нифига не лечит, но он не время. Ну да, время, как будто бы в других часах нет времени. Я себе купила много вот таких вот штучек. Опять же, азартный и веселый человек. Это такие резиночки, но я их еще использую как браслеты. То есть беру, просто вот так вот одеваю. И, в принципе, у меня много одежды салатовых оттенков. И мне эти браслеты, резиночки достаточно нравятся. Вот такого материала, то есть это не
как это называется, не нитки, а вот такой вот плотный материал. Ну, последняя уже покупка на сегодня — это раски. Я себе купила две расчески. Они на, с вот такими вот штучками, то есть тут простые вот, вот эти вот штучки и еще такие, как скажем, волосиночки, короче, вот. Такие вот штучки, это как щетка, и у меня просто очень длинные волосы ниже пояса, и поэтому как мне очень тяжело расчесывать волосы, а эти штучки, они не дерут волосы и не травмируют кожу головы. Я тоже вот такая вот, с гребешками, что ли. Не переживайте, это я их так называю. Такими вот штучками. И тоже, опять же, хорошенькая расчесочка. И очень мягенькая и хорошая. Так, это было все видео на сегодня. Надеюсь, что вам оно понравилось. Ставите лайк. Подпишитесь на мой канал. С вами была я, Сандра Виталини. Всем пока!